Солнце село, пора снимать очки. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас у фонтана в городе-курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский, сегодня календарь 14.05.2022 год. У нас открытие сезона, которое продлится до 22-го, что ли, мая. И сегодня у нас стартовала энногастрономическая выставка. Сегодня будет выступать кавер-группа. Я вас приглашаю посмотреть на все на это. Так, сегодня был у нас чемпионат Iron Star, на который я по своему состоянию здоровья, к сожалению, не попал. Ну, все, как говорится, мелочи жизни, это наши фонтаны, они уже поют, и меня это очень радует. Вечером будет видна подсветка, я думаю, что мы через них в конце видео вернемся как раз таки, и вы в конце сюжета увидите, как выглядят они во всей красе. Не забывайте, подписка, лайк и репост, и тогда прибудет с вами сила анапская, хоть у нас и так все красиво. Перед тем, как делать вообще обзор всего того, что здесь происходит, я предлагаю вам сходить на закат, а потом уже вернуться обратно и прогуляться, посмотреть, где какие ларечки с разными представителями. Говорят, там около 50, по-моему, что ли, представителей. Крым, Краснодарский край у нас выставляются. Люди выпивают, отдыхают. Прямо возле будки, вот, знаете, как, там, прям круто. Слушайте, можно фотку сделать с винчиком возле полиции. Хотя у нас есть гораздо круче в прошлом году контент, который был. Смотрим. Тут даже очереди стоят. Не то, что много людей, а очереди за вином. Все хотят попробовать. Тут у нас готовит вату парнище наш дорогой, там у нас работает арт-авеню. Также у нас здесь должно быть и фуд, разные представители, то есть там сыры, мяско, ну и разные продукты. Вот так вот выглядит сейчас живая Анапа, дорогие мои друзья. Сколько людей, сколько торговых площадей. Ну, что-то вот как-то грустненько возле Брау-Дюрсо, возле остальных вроде бы люди стоят. Наш символ города, белая шляпа, работают аттракционы, как говорится, колесо крутится, бабло мутится, и мы уже отсюда наблюдаем просто великолепный закат. Солнышко уходит в морюшко. Прям атмосфера легкости, отдыха парит и царит сейчас в городе. Что, как вам, обязательно пишите такие вот выставки, потому что у нас постоянно мнения у людей расходятся. Кто-то говорит, что Анапа все-таки город должен быть детство, кто-то говорит, ну, у нас же всю жизнь на Кубани было виноделие. Ну, в общем, люди спорят очень сильно по этому поводу. Слушайте, отсюда видно теперь даже закат в море. Как это шикарно, мои дорогие друзья. Непосредственно перед уже выходом на море обстановка по кайфу играет, работают все заведения. Обратите внимание, какое количество людей. Прям фантастика, ребята. Все пьют, все с вином. В Анапе это сейчас абсолютно разрешено. Ну и самое главное действие, которое мы с вами должны увидеть, это, конечно же, закат. Каждый день приходите, смотрите, получайте удовольствие. Это, на самом деле, самый фантастический вид, который только может быть на морешке. Обожаю закаты. Пляжи у нас тоже уже готовы. Девушки тоже, смотрю, на веселее. Многие идут, улыбаются, счастье у них в душе. Это самое главное, что должно случаться. Какова красота, дорогие мои друзья. Сколько молодежи, кстати. Вот там ребята с вином пришли, пытаются фоточек наделать. Ну, просто вау, картинка, мне кажется. Ну и что же может быть круче, чем еще и наши лебеди, ребята. Вот они подплывают к нам, подходят, ладно. Посмотрите, какая чистая вода на центральный пляж. Так постоянно, каждый год, в начале лета, самое чистое море. Почему-то именно здесь. Добавим еще немножко лебедей, да, для того, чтобы краски заката стали еще более крутыми в Анапе. Посмотрите, сколько людей пришло подкормить. В общем, главная достопримечательность сейчас Анапы, это, конечно же, красивейшие лебеди. Смотрите в телеграм-канале «Море Оз», сделал фотографии туда. Прям очень-очень круто смотрится. Эх, эх, какое счастье. Какие краски просто море дает. Идти на закат и получить такое удовольствие, от которого ты будешь весь год ловить счастье и тепло. Так что, если, ребят, приезжайте к нам, обязательно приходите на закаты. Провожайте солнышко и начинайте вечернюю ночную жизнь города.
ну или свои в городе. Последние мгновения захода солнышка за горизонт, остаются считанные секунды, и начнется ночь, ночная жизнь. Рад, что столько людей приходит в Анапе на наши топовые закаты, посмотреть, сказать, насладиться, получить удовольствие. Пляжи уже все готовы, ребята, для того, чтобы вам доставлять удовольствие. Говорят, что у нас даже песок просеяли на центральных пляжах. Надо это каждый день делать, а не в порядке исключения. Тогда было бы вообще невероятно. Все, солнышко, пока. Идем на лаунж-зону. Там сейчас будет дискотека. Так, дорогие друзья, мы находимся на лаунж-зоне. У нас только что закончился закат. Зрелище, которое собирает традиционно огромное количество зрителей. Сегодня мы смотрели с лебедями. И сейчас у нас должна начать выступление кавер-группа. Полное выступление смотрите у меня на канале в Ютубе Юрий Азаровский. Там можете видеть полностью прямой эфир сегодняшнего дня. Кстати, у нас снова появилась в лаунж-зоне инсталляция «Штиль жизни виндсерфинг». Пожалуйста, выставка. Ну что, первая песня, ребятки. Людей становится побольше. Но пока все стоят, начало есть, мы очень надеемся, что никто не вернет. Время летит, время летит. Анапа потихонечку раскачивается, первые танцующие выходят на танцпол. Стесняются пока люди. А что стесняться? Надо танцевать. Стесняться дома будете, потом когда спать ложиться будете. Дети захватили танцпол. Вот мы пытаемся танцевать, но пока стесняемся. Свой полет по жизни Вот она порастанцовывается потихонечку. Ребята все еще стесняются, но танцпол все меньше, людей все больше, и люди к танцу ходят. Дети, конечно, пока порали меньше. Настроение просто огонь, все больше людей танцует, и это прям очень хорошо. Ты рассыпаешься в памяти, подружимся, ты так красиво теряешь меня, словно наш город больше не вспомнил тебя. С электрическим разрядом рисы глаза кровь. Атмосфера, атмосфера третья сезона. Девочка вот так вот пошел потихонечку в рыб, ребята. Анапа начинает зажигать. Сказка моя, где же мой чёрт? Там у тебя реки, 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 брегов ты у меня. Вот мы сейчас с тобой играли, я там болел. Пойдем со мной в кино, а хочешь в кино? Когда ты на луну, мне всё равно. Поехала жара. Я готова, малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает.
песня летит из груди. Дальше пошла просто дискотека, потихонечку народ подтягивается, я думаю, что тоже будут врываться. Мне сегодня хочется на самом деле еще прогуляться по городу, посмотреть, что у нас работает, какие активности, чтобы вам об этом, обо всем рассказать и показать. О, молодцы, ребята врываются. И можете видеть, что потоки людей стекаются как раз таки на дискотеку, на эту. Серьезно? Новая волна. Здравствуйте. Винные бутылочки что-то огородили, их, походу, подкрасили немножечко. У нас идет реставрация входной группы на центральный пляж по улице Гребенской. О, здесь все в дыму от шашлычков. Работают разнообразные представители кухонь. Можно найти каждому себе что-нибудь под вкусу. Грик-стрит, чебуречная, жемчужная, столовая. В общем, на любой вкус и цвет здесь все и есть. Дальше только были, приезжали и туда-сюда ходили. Слушайте, такие прям греки-греки за рулем мангалов тут стоят. Уф. Я сейчас точно проголодаюсь. Хорошо, что я с собой финансы не взял, то бы я уже куда-нибудь, наверное, зашел бы. Тоже на террасе несколько столиков сидят. Конечно, не открытие сезона в полном масштабе еще. Обычно весь народ, но все-таки к июню подтягивается. Но все-таки уже живо выглядит. Что прям огромное количество людей даже двигаются с парка 30-летия Победы, наверное, после того, как попробовали вин всех производителей уже в обратном направлении, чтобы потанцевать, так сказать, и уже получить удовольствие от движения. Там дискотека еще, как говорится, в разгаре, еще целый час можно танцевать и наслаждаться. Возле Маби у нас работает вот такой вот красивый фонтан. Смотрится он тоже очень классно. Такие подсветки, причем с такими именно красивыми цветами. Пишите обязательно, нравится вам или нет. Ну, собственно, Маби запустился. Барная стоечка у них работает. Пробовал как-то раз там коктейли, тех больше не пью. Очень, если кто-то хочет прям взбодриться, приходите к ребятам, чтобы насладиться всеми прелестями алкоголя. Опа, подходим к центральному входу на пляж лечебный. Ребята танцуют уже вовсю. Живая музыка. А с левой стороны у нас неполная, кстати, посадочка еще.
Но работают уже заведения потихоньку, полегоньку. Движ идет, как говорится, это самое главное. И с вином ребята отдыхают. Ласковый берег, город-курорт Анапа. Его, я думаю, все без представления знают. Ну, а это вход. Шато Тамань, у них даже тут фудкорт работает. И винчик. Хорошее вино, могу посоветовать. Пил, много пил, мне понравилось, очень вкусно. Пожалуйста. Разнообразные представители винного бизнеса. И давайте пройдемся по самому парку, посмотрим, что здесь. Ласковый берег, который с правой стороны, у них там даже людей на танцполе побольше. Хотя и с этой стороны просто небольшие заведения, тоже много людей сидит. Вот тут и столиков больше занято, и пританцовывают уже стало. Надо на танцпол танцевать. Ну как приятно видеть живую гуляющую Анапу. Прям очень радует атмосфера отдыха. Это великолепно. Работают эти точки до 22.00. Аристов даже смотрится поинтереснее. Ну все, когда парк с подсветкой, выглядит гораздо интереснее. Посмотрите, как это все здоровски. Карусельки все функционируют уже. И вот возле каждой точки, как бы сказать, востребовано или нет, стоят люди. То есть везде, возле каждой буквально кто-то стоит, что-то покупает. Ну, либо думаю, чтобы купить. И колесо обозрения наше. Красавица, анапская гордость. По-моему, все очень симпатично. В общем, такая атмосфера, знаете, неспешного гуляния. Я думаю, завтра все сил бы хватило, может быть, до заката прийти прогуляться, посмотреть, что они здесь предлагают. Было бы очень интересно. Дальше напротив нашей анапской шляпы. И здесь тоже. И движ. Не хватает какой-нибудь живой музычки, чтобы под это все, или скрипочки. Было бы вообще тогда хорошо. Ну, здесь с бокалами вина гуляют. Ну, кстати, можно приходить со своим, ходить. Там попробовал, напробовался, ушел. И бокальчики вообще у всех. Мне больше всего это радует, что очень много людей. Я так смотрю, что буду только увеличивать площадь, потому что там какие-то тоже сооружения появляются. Ой, мечтаем о кофе. Я так и не понял, все, кафе убрало всю свою эту тематику. Такое ощущение, как будто они от нас ушли, но кафе осталось. Что-то типа такого. В общем, продолжают работу. Ну, те, кто сомневались в Анапе, стоит приезжать или нет, я думаю, вы все видите своими глазами. У нас все работает, жизнь кипит в городе. Не хватает только тех, кто сомневается. Садитесь, приезжайте, отдыхайте. До 22-го, что ли, числа у нас будут работать вот эти вот точки винные. Хотя, если зайдет, может быть, мы их и на весь сезон оставили. Потому что людей здесь постоянно очень много, не только на открытие. Вот эти вот винные фестивали. Вписались они, в принципе, неплохо. Я вообще шел, не сказал, что мне они мешают. Хотя первый взгляд, когда я их увидел, конечно, было очень непривычно. Больше всего радует вот с этой стороны, которая находится прямо у полиции. То есть для тех, кто любит такой эксклюзив, выпить вина прямо у полиции, это будет прям огонь, ваша тема. А в правой стороне у нас на ракушке тоже до 21.45. Правда, происходит там выступление. Мы туда сегодня не пойдем. Здесь посмотрим. Можете увидеть, действительно много людей, которые пришли за винчиком. Эх, жалко, что я не пью. Прям очень. Прям очередь за вином ночью. И с левой стороны, которые точки, тоже везде люди, везде стоят, везде пьют. Пробуют, кто-то уже купил, отдельно отдыхает. Он подходит, кстати, нашим фонтанчиком, а вот наша полиция. Ой, какая красота. Исполняя обещание, и в конце нашего с вами прогуливания по Анапе мы посещаем наши уже поющие фонтаны. Правда, пока без песенки, надеюсь, что в процессе обзора она начнется. Спасибо вас, что оставили подсветку новогоднюю на елочках. От этого еще более уютнее и прекраснее все это место. И, как и всегда, сюда подтягиваются люди, чтобы посидеть, послушать шум воды, послушать музыку, ну и насладиться вот этой вот всей красотой, которая на площади администрации у нас творится. Великолепно!
Не хватает, повторяю, только вас, наши любимые отдыхающие, чтобы вы приезжали, наслаждались вместе с нами. И только, как говорится, дистанционно гуляли, ну и здесь, воочию это все наблюдали. Все, зазвучала музычка и начался великолепный танец струй воды в чашах фонтанов. Красота. Как я скучаю по тебе, лето. Анапа, 2022 год. Очень красиво. Все. Уф. 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 Ну, красиво, мне кажется, каскад. В любом случае, мне кажется, лучше смотреть своими глазами. Честно, очень красиво. Не забывайте, подписка, лайк и хорошее настроение вам будет обеспечено. Всем до встречи.